делаю видеообзор триспальной виллы на продажу, как она выглядит снаружи. Сейчас пойдем посмотрим ее внутри. Триспальная вилла с приватным бассейном. Вида здесь нет, но здесь очень тихо, спокойно и очень уединенно. Вилла вообще по ощущениям нравится. Таких вилл не хватает для просто для аренды, но она строго на продажу. Давайте посмотрим, что из чего она себе представляет. Мы находимся в гостиной плюс кухня. Вилла, кстати, продается с мебелью. Хороший хозяин, пообщался с ним. Адекватный дяденька. Что здесь есть? Большой холодильник. Видим, что вилла оборудована хорошо. А вот есть диван, кресло, телевизор. Здесь мы видим стиральную машину. Это типа лондри зона. Wi-Fi. Проведен уже хороший быстрый интернет. Здесь у нас унитаз плюс зеркало с раковиной. Нет душа. Идем дальше. Тут у нас спальня номер раз. Видим, есть вентилятор, кондиционер, санузел. Санузел хорошо сделан. У нас есть шкаф. Сама площадь вилла плюс территория 400 квадратных метров. Вилла сама 150, плюс вот эта вот открытая зона где-то 180-190. Видим приватный бассейн, две спальни еще там дальше, до них дойдем. Немножко покажу, что окружает. Вот есть спуск. Можно, видим, да, что вилла огорожена стеной, забором. Рядом зелень, много зелени. Так, здесь у нас два лежака. Идем дальше. Спальня номер два. Кровать не king size, это queen size. Хороший такой шкаф новый. Тут у нас санузел с душем. Идем в третью спальню. Тоже queen size кровать, шкаф, кондер, вентилятор. Тоже душ. Давайте сходим, посмотрим, что у нас по парковке. Ну, вот как у нас парковка выглядит. В целом приятный объект. По расположению находится на Банграке, в очень таком тихом, спокойном месте. Если ищете спокойствие, при этом жить недалеко от цивилизации, от инфраструктуры, то это, конечно, хороший вариант. С вами был Лев из компании Балтимор.